Таразе организовали прием граждан в рамках проекта партии «Нур Отан» «Халыкка көмек». Общественная приемная помогает решать проблемы жителей во всех регионах страны. За помощью в Жамбылский областной филиал партии обратились 25 человек. Это малообеспеченные многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями. Партийцы помогли решить многие наболевшие проблемы. В основном их вопросы касались очередности жилья, получения пособий, прописки и трудоустройства. Всего с момента старта проекта за помощью в партию обратились 600 жамбылцев. Вопросы 200 из них уже решены. Основные задачи проекта — оказания помощи социально незащищенным слоям населения. Сейчас на местах уже несколько вопросов решены. Порядка 12 вопросов уже сейчас перенаправлены государственным органам и уже получены положительные ответы. Остальные вопросы, к которым пришло население, сейчас будут обрабатываться и дорабатываться. Я думаю, будут вынесены положительные вопросы, решения. У меня 6 детей есть. Вот я услышал постановление, закон. Это пособие, детские пособия, что с апреля месяца это. Я все документы приготовил. Причину нашли, что у меня справка недействительна. С 1 апреля я туда-сюда везде хожу. И спасибо вот этому Нур Отан партии. Здесь мне советуют и подсказывают.